Один из объектов сейчас уже взят в работу в Воронеже. Давайте Воронеж послушаем, что там происходит. Уважаемый Владимир Владимирович, здравствуйте. Эпидобстановка на территории региона контролируемая. У нас на 14 мая выявлено 10 028 зараженных. Мы проводим в день более 2000 тестов. Понятно, что будем увеличивать это количество, и я думаю, что уже в ближайшие дни доведем до 3000. В том числе начнем тестирование на антитела. Большинство пациентов болеют в легкой форме, и на госпитализации находится 250 человек. Из них 9 на аппаратах ИВЛ.